Сегодня поговорим о тайнах новых небес и новой земли. В конце проповеди мы раскроем значение отрывка из Ветхого Завета, который я считаю не просто необычным, а прямо-таки странноватым. Его значение вы услышите в конце. Читаем из Исаии 66 главы с 22 по 24 стихи. «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше». Это об Израиле. «Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Господь, и будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет». Иисус ссылался на этот стих, говоря об аде. «И огонь их не угаснет». Иисус повторил и эту фразу. «Будут они мерзостью для всякой плоти». Как уже говорилось, всю эту проповедь, все 60 минут мне придется уделить объяснению странных слов в последней части отрывка. И они правда странные, согласитесь? Но есть и утешительная весть. Все хотят ее услышать. На небесах побывает каждый. Каждый. Печально, что не каждый там останется. А как это? На небесах побывает каждый. Здесь сказано о четырех типах людей, которые однажды окажутся на небесах. Усопшие во Христе, чьи дух и душа сейчас пребывают в раю. Смотрите 2 Коринфянам 12:1-3. Они явятся с Иисусом при восхищении церкви. 1 Фессалоникийцам 4:14-17. Мы же встретимся с ними в воздухе. Они получат прославленные нетленные тела. И тогда в своих новых прославленных телах они вернутся на небеса. Затем мы, кто будет жив, при звуке последнего трубы изменимся во мгновение ока и будем восхищены на облака навстречу им. Вместе с ними встретим Господа и будем с ним вовеки. Мы отправимся на небеса. Нам еще на суд явиться нужно. Об этом через минуту. Затем, в конце тысячелетнего правления Христа, состоится еще один суд. В Откровении 20:11 сказано, «Отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них». Определенная часть людей явится на этот суд. А дальше самое интересное. 2 Петра 2:4 говорит о падших ангелах, что сейчас содержатся в глубинах земли, Тартаре. Так древние греки называли глубины преисподней. Земля отдаст их из своих глубин. Сатану, всех падших ангелов, князей над духами, о которых говорится у Даниила, всех их одновременно будут судить на этом втором суде. Один суд называется «Бема». Он состоится в период Великой Скорби, Откровение 11:18. Вероятно, прямо в середине семилетнего периода, как следует из хронологии, на судилище Христово, Бема суд, явятся боящиеся и любящие Господа, святые и пророки, дабы получить свою награду. А позже будет еще один суд. Вообще судов будет несколько. Следующий большой суд называется судом у Великого Белого Престола. Давайте вместе прочтем о суде у Великого Белого Престола. Смотрим на экран. «И увидел я Великий Белый Престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них». Все, кто сейчас в аду, поднимутся на небеса для суда. Они узнают, почему оказались в аду, почему осуждены на веки вечные. И Бог, справедливый судья, представит им все основания их приговора. Смотрим, кто еще там. Смерть и ад повержены после этого суда в озеро Огненное. Это смерть вторая. Есть смерть физическая. После первой смерти душа идет в ад, а после второй — в огненное озеро. Но в аду нет мертвых. Это вечное наказание. Причем в оригинале «вечное» — то же слово, что описывает вечную жизнь, навеки и веки, жизнь без конца и смерть без конца. Смерть не в смысле успения, не сон для сознания. Человек бодрствует, но в отрыве от Бога. Поясню, смерть — это отделение от Бога. Те, кто испытал клиническую смерть и побывал в аду, признают, что хуже всего там — ощущать отсутствие Бога в полной тьме. Итак, суд у Великого Белого Престола. Где это? На небесах.
а именно в тронном зале Бога, называемом Небесным залом суда. Огромнейшее помещение. В нем соберутся миллиарды людей. Представьте его размеры. Над головами собравшихся будет какой-то кристалл, читайте в Библии. Пол тоже из прозрачного кристалла. В тронном зале вокруг престола сияет радуга, а престол меняет цвет. В Откровении 20 он белого цвета, в книге Иезекииля — сапфировый, а в начальных главах Откровения — цвета ясписа. Перед белым престолом Бог судит народы. Когда престол сапфировый, Бог идет судить землю. В Иезекииле читаем, что верхняя часть туловища Бога — сияние, а нижняя часть — огонь. А когда престол ясписовый, это время для поклонения Богу. Престол меняет цвет в зависимости от действий Бога в небесах. На этом суде христиан не судят. Христиане предстали на суд на 1000 лет раньше. Ад отдает своих мертвых. Это все грешники за все века, падшие ангелы. Здесь будут судить и всех умерших во время скорби. Поэтому все падшие ангелы сразу же отправятся в озеро Огненное, а все грешники в аду к этому наказанию уже приговорены. Тогда к чему открывать книги и судить грешников по их делам? А к тому, что так будут судить умерших во время скорби. Кто выжил в великой скорби и вновь населил землю, обязаны жить, как жили мы. Все их дела записаны до единого. Отмечено, покаялись они или нет. Вот что это за книги. Некоторые утверждают, что Бог вызывает кого-то из ада и, открыв их книгу, говорит: «Я отправил тебя в ад лишь на время. Ты отбыл свое наказание, давай-ка теперь на небеса». Подобные верования называются универсализмом. Но суд по книгам и открытие книги жизни Агнца для тех, кто выжил в скорби, должен был принять Христа, служить и поклоняться Ему. Там все и проявится. Поэтому на суде у Белого престола стоят вышедшие из ада, уже приговоренные к аду. Падшие ангелы уже приговорены к аду. Бог приводит их на этот суд для того, чтобы по четким записям в книгах показать им, почему Он решил вынести им такой приговор. Подведем промежуточный итог. Суд у Великого Белого престола назначен на конец тысячелетнего правления Христа. Во-первых, на этот суд предстанут все люди, и в частном порядке, и все вместе. Во-вторых, на этом суде отделят осужденных на смерть в аду от тех, кто умер в период великой скорби, но при жизни служил Господу. Ведь этим людям будет дозволено править со Христом в вечности, а остальным — смерть. Можно откровенно? У меня в голове не укладывается, как можно не уверовать в Христа и не служить Ему во время Его тысячелетнего правления, когда сатана связан. Но в Откровении сказано, что в конце тысячи лет, когда сатану выпустят на свободу, а Гог и Магог вместе со своими войсками пойдут войной на святых и нападут на Иисуса, сатана так и не усвоит урок, пока не окажется в огненном озере. Но как поется в старом добром госпеле: «Лжец, лжец, направляется в огонь». Немного госпела для настроения. Благослови Господь автора этой песни. В-третьих, что весьма примечательно, Бог будет судить ангелов. Повторим, судить будут всех людей, отделят служивших Господу и умерших в период скорби, чтобы затем воскресить их, и если будут жить праведно, дать им править на новых небесах и земле. А если не служили Господу и умерли, пойдут в огненное озеро, и теперь Бог будет судить ангелов. Вы знали, что сатану будут судить? А знаете, почему сатану будут судить? Знаете, почему будут судить падших ангелов? Послушайте, сатана настолько заврался, что с удовольствием устроил бы себе самосуд, где заявил бы: «А распятия-то не было?» В стольких религиях распятие отрицается. Или вместо Иисуса распяли другого беднягу. Распятия не было, все это выдумки. На это Иисусу нужно будет просто подойти и закатать рукава.
У него до сих пор раны. Он сохранил их для всех. Однажды он сказал Фоме: «Вложи палец в мои раны на руках, ногах, в боку. Убедись и верь». Иисус единственный сохранит раны навеки, чтобы сатана знал. У него не выйдет врать, что распятия не было, что Иисус не искупил человечество. Иисус носит раны. И когда будет править в Иерусалиме, его спросят: «Отчего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит: «Меня били в доме любящих меня». Вот почему у Иисуса остались раны. Итак, Библия говорит, о чем мы скажем позже, что судить ангелов будем мы. Мы будем присутствовать на суде у Великого Белого Престола. В Иуде 6 читаем: «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд Великого Дня». И речь здесь идет о суде у Великого Белого Престола. Сейчас позволю себе слегка отойти от главной темы и увести за собой вас. Этот вопрос мне задали много лет назад, но я до сих пор его помню. Когда именно согрешил сатана? Мой ответ между первым и вторым стихами первой главы книги «Бытие». В «Бытие 1.1» читаем, что Бог создал небо и землю. В иврите, насколько мы знаем с моим помощником, подразумевается, что творение было безупречным. Все замечательно. В «Бытие 1.2» «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою, и сказал Бог: да будет свет». Если Он создал небо и землю идеальными, а во втором стихе «земля бесформенна и пуста», то где логика? В первом стихе она в прекрасной форме, а во втором бесформенна. Отчего? От того, что сатана восстал на небесах, увлек за собой 1/3 ангелов и не спал на землю между первым и вторым стихами. Кстати, с тех пор, до сотворения Адама, прошли многие века. К тому моменту сатана уже стал падшим созданием. Появись он, падший ангел, в Эдемском саду, как Люцифер, Адам с Евой тут же заподозрили бы что-то неладное. Но как он проник в сад? В змее. Пусть вас не смущает говорящая змея. Иосиф Флавий поясняет иудейское учение его современников. На заре мироздания Адам разговаривал с животными. Для тех, кто не согласен, приведу пример. «У меня дома есть говорящий попугай. Он свистит при виде женщин. Стоит ему услышать женский голос, как все в доме слышат его. Говорю всем: не пугайтесь, это наш попугай. А если услышите: запрягайте, братцы, кони, понеслась и понеслась. Этому его научила Пэм и ее подруга, которая гостит у нас во время конференции. Она тайком пытается научить его фразе: я красавчик, я красавчик. А вы удивляетесь, что дьявол врет. Друзья, не судите строго, что я с этим мирюсь. Вернемся к теме. Иосиф Флавий пишет: первое, Адам разговаривал с животными. Второе, Адам и Ева знали эту змею. Более того, она у них жила, ручная говорящая змея. И когда она с дерева прошептала Еве: «Попробуй-ка, открою тебе секрет. Бог знает, что у тебя откроются глаза». Ева обманулась на том, что было ей хорошо знакомо. Народ, ну правда же? Сегодня, найдя говорящую змею, я бы через год стал миллионером, в цирке бы с ней выступал. Понимаете, да? Еву не смутило, что змея говорит. Тогда все было по-другому. А после греха Адама животный мир попал под проклятие и перестал понимать человека. Теперь собака просто лает, кошка мяукает, корова мычит, а птица свистит. И только они сами себя понимают, а мы их нет. Так? Вернемся к теме сатаны. Вопрос. Элементарный вопрос. Почему Бог не отправил сатану сразу после мятежа в ад, который создан, как написано, для дьявола и его ангелов? Почему позволяет дьяволу разгуливать на свободе? Отвечу. Грех ворвался в мироздание, и ангелы пали еще до сотворения Адама. Бог решил дать человеку, созданному по его образу, выбор: будь со мной или будешь с ним. Адам согрешил, последовав не за тем. И уже 6000 лет мы все страдаем. Но остается вопрос, почему Бог тут же не избавился от сатаны? Хотите знать? Библия называет ангелов духами.
способными принимать разные образы. Святой Дух, также Дух, испустился на Иисуса после крещения в виде голубя. Сам Бог назван в Библии Духом. Что нужно знать о духах? Вы — это тело, скажите, тело, душа, и что еще? Дух, 1 Фессалоникийцам 5:23. Ваше тело обратится в прах, ваша душа связана с кровью. Душа всякого тела — кровь его. Еврейская нефеш — душа, как наша составляющая, связана с кровью. Кровь — это жизненная сила, и душа — жизненная сила вашего тела, связанная с кровью. После смерти, физической смерти, жизненная сила в таком ее проявлении увядает. И что дальше? По Библии, выйти из тела значит предстать пред Богом. О чем это? О вечно живом духе. Почему? Вдохнув в ноздри Адама дыхание жизни, Бог вдохнул в него душу и дух. Надуйте шарик, он примет желаемую форму только с воздухом внутри. Божье дыхание Адама наполнило дыхание Бога. Внимание! Что исходит от Бога, не может умереть. «Небеса и земля пройдут, но мои слова останутся навеки». И так как воздух вышел из Бога, дыхание вышло из Бога, нефеш вышло из Бога и дух вышел из Бога, этот дух может отделиться от Бога, но умереть не может. Вот почему ад — муки вечные. Человеческий дух невозможно уничтожить, убить или упразднить. Тело — да, а дух — нет, он вечен. А сатана — это падший дух. И поскольку ангелы, духи, даже Бог не может. Разве не может? Он же может все. Нет, не может. Бог не уничтожит дьявола, поскольку он дух. А дух, будь то ваш, человеческий или ангельский, бесовский, существует вечно. И вы будете либо вовеки жить духом в прославленном теле пред Божьим лицом, либо вовеки мучиться в огненном озере без Бога. Это не мои домыслы. Это истины из Священного Писания, написанного по вдохновению Бога и Святого Духа. Итак, ангелы — это духи. Смотрите Псалом 103:4. «Вы — тело, душа и дух. Тело вернется в прах, душа — от Божьего дыхания. Ваш дух — это Божий образ в вас и ваш образ. Стало быть, небеса и земля пройдут, то есть пропадут, а мои слова останутся навеки. И духи, внимание, будут связаны преисподней». В Тартаре, смотрите 2 Петра 2:4, но не исчезнут. Некоторые мои друзья считают, что духов можно уничтожить. Мол, после суда у Великого Белого Престола осужденные уничтожаются, память о них стирается. Но это неверно, так как греческий оригинал четко указывает на вечность жизни и осуждение или приговора. Слово одно и то же — вечный. Одним и тем же словом нельзя о смерти сказать не вечное, а о жизни вечное. У одного и того же слова не может быть противоположных значений. Стало быть, для праведников уготована вечная жизнь, а для нечестивых — вечная мука. В ближайшем будущем грядет третье сотворение. Я так скажу. Первым творением стал Эдемский сад. Его история длилась 1556 лет, до всемирного потопа. В Библии сказано, что вход в сад защищал ангел. После потопа мир был словно воссоздан. Его история длится по сей день, вот уже 4500 лет. Однако после тысячелетнего правления Христа грядет сотворение новых небес и новой земли, которые останутся навеки. Сейчас вернемся к суду Великого Белого Престола. На него явятся все люди за всю историю мира, кроме верующих, которые к тому времени уже побывают на судилище Бема и получат прославленные тела на небесах. Кстати, это произойдет, пока на земле длится великая скорбь, от которой верующие будут избавлены. Откровение 11:18. Итак, на суд явятся все люди за историю человечества, когда-либо жившие после Адама, начиная с Каина, если он, конечно, не исправился. Если нет, он первый. И до последнего человека на исходе тысячелетнего правления. Все они соберутся в одном месте на суде у Великого Белого Престола. Туда явятся и Божьи святые. Мы там будем. Все мы. Для чего? Будем ангелов судить. О чем это говорит? У Бога на небесах имеются досье и на ангелов, коль их будут судить. Там не список, а целая книга. Что будет дальше? Важный стих. Прошу прочесть внимательно, дабы во всем разобраться. На исходе тысячелетнего правления Христа
Не знаю, сколько продлится суд у Великого Белого Престола. Может, минуту. А может быть, десятилетие. Словом, неизвестно, сколько времени. Библия не уточняет. Но во 2 Петра 3, 10, 13 читаем. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. По этому отрывку богословы сходятся во мнении, что обновление неба и земли произойдет до того, как с небес на землю спустится Новый Иерусалим, как его назвал в своем видении Иоанн. Обновление неба и земли будет сопровождаться шумом, или дословно с греческого «грохотом», нечто вроде смерча со свистом и грохотом. При этом, как сказано, разрушатся стихии. Под словом «стихии» имеется в виду принципы или порядок в сотворенном мире. Глагол «разрушиться» можно понять, как растают от жара, как в печи, и потеряют форму и свойства. То есть, внимание, перейдут в жидкое состояние. Интересно, эволюционисты тоже твердят о кашеобразном состоянии материи. Подумайте сами, на Земле столько смертельных болезней, столько вирусов и микробов, а всем известно, что избавиться от них возможно лишь при высоких температурах. Словом, во Вселенной все очистится и обновится. А во фразах «новые небеса» и «новая земля» слово «новый» указывает на кормление младенца грудью. Интересно, правда? Кормление младенца. То есть речь идет о небесах и земле, сотворенных с нуля, словно родившихся заново. А дальше еще интереснее. Прославьте Господа! Хотите разбираться в стратегии сатаны, менять ход сражений, которые он ведет против вас? Духовное знание – это оружие, которое в силах разрушить коварные планы врага. Есть методы, которые дьявол тщательно скрывает от людей, но которыми активно пользуется. Перри Стоун в книге «Раскрывая тактику сатаны» предлагает проникнуть в разум нашего главного врага, чтобы понять его стратегические приемы. В войне с дьяволом вы можете быть победителем. Скачайте книгу Перри Стоуна «Раскрывая тактику сатаны» бесплатно и прямо сейчас на нашем сайте. Или свяжитесь с нами по электронной почте, и мы пришлем ее вам. Я хочу поприветствовать каждого из вас во имя Господа нашего Иисуса Христа. Он жив, и мы благодарны за то, что знаем Его как Господа и Спасителя. И я хочу поблагодарить вас за то, что вы смотрите передачу «Фестиваль Манна» сегодня. Вы можете связаться с нами через интернет, зайдя на сайт perrystone.org. Мы хотим получать от вас все возможные известия. Позвольте мне также сказать вам, что времена сейчас очень трудные, и Библия предсказала, что они будут таковыми. Мы живем во времена, которые Библия называет последними. Они еще называются «последние дни». И вот что это значит. Многое произойдет во исполнение библейских пророчеств. А библейские пророчества — это то, что Бог показал пророкам. Некоторые из пророчеств были провозглашены 2, 3, 3,5 тысячи лет назад. Они говорят о том, что будет перед пришествием Мессии. А Мессия — это никто иной, как Иисус Христос. Он вернется снова. И я не хочу, чтобы вы теряли надежду. Ведь если вы истинный верующий во Христа, если вы молитесь Иисусу Христу и всем сердцем любите Его, значит, когда Он вернется, вы будете с Ним. А в будущем, согласно Библии, мы будем править со Христом на земле в течение 1000 лет в Его Царстве. А править Он будет из Иерусалима. Если вы никогда не принимали Иисуса Христа в свое сердце, не каялись в своих грехах, не следовали за Ним согласно Писанию,
то прошу вас, сделайте это. Просто откройте свое сердце, откройте уста и попросите Иисуса войти в вашу жизнь, простить вам грехи и помочь вам следовать за Ним. Во времена кризиса только Иисус Христос может дать истинный мир. Ведь если мы живем, то живем для Христа, а если и умрем, то будем с Ним в раю на небесах. Спасибо за ваше время, и пусть Бог благословит каждого в последующие дни. Да в те времена вода была плохого качества. Вранье, придуманное любителями принять на грудь. Все поселения строились вокруг колодца с чистой водой, пресной питьевой водой. Следите за мыслью. Как-то раз ездили в Израиль с милыми сердцу сестрами во Христе, партнерами нашего служения из земли виноделия, Калифорнии. Они живут среди виноградников. Услышав проповедь, они попросили аргументировать мой выбор абсолютной трезвости. Ответ им вы услышите через минуту. Я спросил, вы знакомы с последними исследованиями Йельского университета о естественном производстве вина сегодня, в сравнении с тем, как протекал процесс ферментации во времена Иисуса? Или вы думаете, в те времена вино было таким же, какое вы привыкли покупать в соседнем магазине? Нет, не знакомы. Сегодня в процессе ферментации к вину добавляют 20% спирта. Вот что за вино вы покупаете. Эта технология появилась только в Средневековье, а при Иисусе так не делали. Почитайте сами, если хотите. Во времена Иисуса виноградный сок разводили водой в соотношении 3:1. Почему? Урожай винограда снимали только раз в год. Таким образом, выдавленный из ягод сок и разлитый по бурдюкам нужно было сохранить как можно дольше, на несколько месяцев. Для этого брали 3 части пресной воды и вливали в них 1 часть сока. Еще раз, для чего так поступали? Отвечаю, для замедления естественного брожения. Здравствуйте, с вами Перри Стоун, учитель и ведущий передачи «Фестиваль Манны». Я знаю, что многие смотрят нашу программу на канале GNC. Друзья, я хочу сказать вам, что мы молимся о всех вас. У нас есть много партнеров, которые молятся за вас. И еще хочу сказать вам, Евангелие проповедуется по всему миру, а это означает, что Иисус Христос вскоре придет. Мы читаем об этом в Евангелии от Матфея, 24 главе, 14 стихе. Через нашу телепрограмму я объясняю вам библейские пророчества последних времен, о возвращении Христа, даю вам учение о небе, о будущем, о том хорошем, что Бог приготовил для всех нас. Я хочу наставить вас в вере, научить вас силе Духа Святого. Вы узнаете много интересного, если будете смотреть фестиваль Манны. Мы молимся о том, чтобы Бог был с вами и хранил вас. Надеюсь, вы будете всегда следовать за Ним.